Очередные часы с AliExpress. Небольшой обзор. Часы называются известным именем Rolex. Имеют поворотный бизель против часовой стрелки. Также большой аналоговый циферблат и три небольших циферблата, которые для декоративности. Ну и календарь. Кнопки для декорации. Часы имеют вот такой вот браслет металлический. Вот с таким вот значком. Вот так вот, вот они застегиваются. И вот так расстегивается. Часы кварцевые, водонепроницаемые. Вот так вот смотрится на руке. Я люблю большие часы, но эти немножко меньше, но смотрится тоже очень стильно. Браслет также приходилось укорачивать. Это было просто. С помощью головки устанавливается время и также переводится календарь, имеющийся на циферблате. Ссылка на товар будет под роликом. Всем пока!